Здравствуйте! Сегодня тема нашего урока – индивидуальные творческие способности на уроках физической культуры. Цель урока – обсуждать и демонстрировать правила, структурные приемы при выполнении различных физических упражнений. Вам необходимо соблюдать следующие требования безопасности перед началом занятий. Надеть на себя спортивную форму и обувь. Снять с себя предметы, представляющие опасность, серьги, часы, браслеты и другие предметы. Убрать из кармана спортивной формы колющие предметы и мобильные телефоны. Исходное положение. Руки на поясе. Выполняем наклоны головы на раз вперед, два назад, три влево, четыре вправо. Исходное положение тоже. Руки к плечам. Круговые движения плечами. На счет раз, два, круговые движения вперед. На счет три, четыре, круговые движения назад. Исходное положение. Ноги на ширине плеч. Правую руку вверх над головой. Левую руку вниз вдоль туловища. На счет раз, два, рывки руками. На счет три, четыре, смена положения рук. Исходное положение. Ноги расставлены широко, руки в замке над головой. Отведены назад. Резким движением совершая наклон вперед, максимум вперед руками, заводя их между ног. И медленно вернуться в исходное положение. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки перед грудью. Рывки руками. На счет раз, два, рывки руками перед собой. На счет три, четыре, рывки руками с отведением рук в левую сторону. На счет раз, два, рывки перед собой. На счет три, четыре, рывки с отведением рук в правую сторону. Исходное положение стоя. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поочередно правой и левой рукой совершать перед собой круговые движения, напоминающие вращение крыльев ветряной мельницы. Исходное положение стоя. Ноги на ширине плеч, руки на поясе, подобно движению маятника. Совершать наклоны поочередно вправо и влево, не сгибая ног. Исходное положение. Ноги вместе. Выполняя прыжок вверх, одновременно расставляете ноги в сторону и делаете хлопок над головой. Возвращаетесь в исходное положение. Что вы понимаете под творческими способностями? Творческие способности – это способность создавать нечто новое, оригинальное. Способность принимать творческое решение. Создавать принципиально новые идеи. Способность достигать цели. Нетривиальные и остроумные решения проблемы. Выражение индивидуальности, неповторимости, своеобразия личности. Вспомните известные вам пословицы и поговорки о спорте, о здоровом образе жизни. Выскажите свое мнение, как вы понимаете смысл этих пословиц. Сегодня на уроке творческие способности мы будем развивать через различные физические упражнения. В процессе выполнения упражнений на развитие координации у вас хорошо развивается мозжечок, а также тренируются мышцы, зрительные органы, укрепляется вестибулярный аппарат. Такие упражнения, как планка, прыжки на скакалке, являются статическими упражнениями на развитие выносливости. Выносливый человек может длительное время выполнять определенные движения, не испытывая при этом особенных затруднений. Для развития силы используются физические упражнения, отягощенные либо весом собственного тела, либо дополнительными внешними отягощениями. Челночный бег является неотъемлемой частью физических упражнений на развитие быстроты, способствующей двигательными реакциями и высокой скорости движения. Повторите все данные упражнения самостоятельно еще раз. Что развивает упражнение на картинке?
координацию, быстроту или силу. Что развивает упражнение на картинке? Координацию, быстроту или силу? Что развивает упражнение на картинке? Координацию, выносливость или силу. Что развивает упражнение на картинке? Координацию, быстроту или силу. Что развивает упражнение на картинке? Гибкость, быстроту или силу?